Счастье – это связь с вечностью, с целью, которую ты постигаешь. При этом она все время удаляется, а ты к ней устремляешься. То есть чувство одновременного страдания и любви создает ощущение счастья. Допустим, много лет люди стремились друг к другу, страдали, мечтали, и теперь встретились. В этот момент все прошлые страдания соединяются с чувством настоящего слияния при встрече. И это все образует так называемый сосуд для ощущения счастья. Доктор Михаэль Лайтман.